Ну как идут у нас дела? Все хорошо, прекрасная маркиза. Хорошо. Дела идут и жизнь легка. Легка. Ни одного печального сюрприза. За исключением пустяка. Так, ерунда, пустое дело. Кобыла ваша околела. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Моя кобыла умерла. Скажите мне, скажите ей, мой верный кучер, как эта смерть произошла? Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, как никогда. Чему скорбеть от глупого сюрприза? Ведь это право ерунда. С кобылой что? Пустое дело. Она с конюшнею сгорела. В остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. О, Паскаль, мучится разум. Какой неслыханный удар. Скажите мне, скажите всю правду разом. Когда в конюшне был пожар. Все хорошо, прекрасная маркиза. Хорошо. И хороши у нас дела. Но вам судьба, как будто из каприза, еще сюрприз преподнесла. Сгорел во что? С конюшней вместе. И запылало все поместье. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Хорошо, все будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо. Алло, Лука, сгорел наш замок. А ты чего не тяжело? Я вне себя. Ей нужен врач. Скажите прямо, узнал ваш муж, прекрасная маркиза, что разорил себя и вас. Не вынес он подобного сюрприза и застрелился в тот же час. Упавший мертвым у печи, он опрокинул две свечи. Попали свечи на ковер и запылал он, как костер. Огонь наветренный был, а ваш замок выгорел дотла. Огонь усадьбы все спалил, а стих конюшню охватил. Конюшня запертой была, а мне кобыла умерла. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Мама, мама, что я буду делать, когда осенний ветер загудит? Ой, загудит. У меня ботиночки худые, а у меня, эй, вообще радикулит. Ох, мама!